Подготовка павильона края на выставке «Улица Дальнего Востока» идет полным ходом. Павильон Приморья в этом году позиционируется на выставке как «Маяк на карте России». Тема маяка прослеживается во внешнем виде павильона, а характеристики навигационного сооружения отражают ключевые принципы и направления развития региона. Там желающие смогут узнать больше о действующих и новых инвестиционных проектах, туристических точках притяжения, транспортно-логистических возможностях края. Важнейшее мероприятие, и не только для Приморья, для нашей страны, и в целом для Азиатско-Тихоокеанского региона, где заключается множество контрактов, мы позиционируем свой край, и, безусловно, это всегда дает импульс привлечения инвестиций вот, в той экономической политике, которая с каждым годом все больше и больше, скажем, ориентируется на Восток. И тот курс на Восток, предложенный президентом нашей России Владимиром Владимировичем Путиным, он подтверждается, и Восточно-экономический форум как раз является катализатором этого пути на Восток. Поэтому, конечно, необходимо сделать так, чтобы были представлены все экспозиции, которые могут показать, в принципе, и всю экономическую, культурную и спортивную часть Приморского края. На финишную прямую выходят работы и по созданию рыбного рынка. Там расположатся мобильные точки, где желающие смогут продегустировать продукцию приморских компаний. В этом году Приморский край полностью отвечает за рыбный рынок. И мы готовим полностью как концепцию этого рыбного рынка, так и его и наполнение. И, конечно же, это задача, которую перед нами поставил Юрий Петрович Трутнев. Мы с ней справимся. Уже готовность очень высокая этого объекта. Посетили и филиал Приморской центральной музыкальной школы. В дни ВЭФ здесь состоится совместное выступление учащихся и студентов с балетной труппой приморской сцены Мариинского театра. Ключевой программой будет вот здесь совместный концерт показательный, который уже исполнят дети, учащиеся Центральной музыкальной школы и Академии хореографии, вот, то есть того филиала, который здесь работает. Вот, в этом году будет объявлен набор, уже идет отбор ребят, которые будут продолжать здесь учиться. Вот, это хорошая, скажем, такая кадровая поддержка для будущих наших артистов, которые будут жить, закончив здесь выступать и на Приморской сцене Мариинского театра, ныне существующего, а также, я думаю, что в ближайшие там, 2 года сдастся еще одна балетная сцена и оперная, это на Аксаковской. Вот, поэтому востребованность у ребят будет, и те, кто заканчивает музыкальную школу, те, кто заканчивает хореографическое училище. Ну, мне кажется, такой показательный концерт будет их экзаменационной оценкой их трудов, вот, которые мы дадим перед нашими гостями. Восточный экономический форум 2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.